Раскрасили нелегкие будни. Ульяновские артисты подарили живой концерт врачам и пациентам, которые сейчас сражаются с COVID-19 и другими болезнями. Импровизированной сценой стала территория медсанчасти, где располагается один из самых больших ковидных госпиталей. Слушатели и зрители, пациенты всех отделений, больные и врачи. Все те, кому сейчас просто необходимы добрые эмоции. Мы хотим вам немножко поднять настроение за ваш великий труд, подарить вам частичку нашего сердца, нашего тепла. Спасибо вам за доблестный труд, за то, что вы спасаете людей в такое тяжелое время. В небольшой программе знакомые многим песни, слова и музыка с зарядом на скорейшее выздоровление. К слову, подобные акции музыканты проводят не впервые. Такие концерты стали популярны еще в первую волну пандемии. В знак солидарности тогда было организовано с десяток концертов и других представлений. Сегодня, когда вирус снова отвоевывает позиции, особенно важно дарить поддержку, уверены артисты.